5 по 11 июля на дорогах округа проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». Госавтоинспекторы уделяют внимание как техническому состоянию и конструкции транспортного средства, так и соблюдению режима труда и отдыха водителей. Напомним, к опасным грузам относятся вещества и предметы, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью человека, а также состоянию окружающей среды.